Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня у нас краткое видео на тему игры в моментальную лотерею. Рассматриваем лотерею 3 лимона. Главный приз здесь 3 миллиона рублей, как вы видите. Довольно-таки интересный вариант лотерейки, с учетом того, что цена ее 30 рублей и приз 3 миллиона рублей. А, как видите, призовой фонд здесь 60%. И есть минимальный приз здесь 30 рублей, 100 рублей есть, 300 рублей, 1000 рублей, 10 тысяч и один приз на миллион. Вот как-то так, друзья. Довольно-таки интересная лотерея. Прошу вас подписаться на канал Технобар Плюс, прожать лайк под данным видео, написать свой комментарий. Ну все, как обычно, друзья. Смотрите видео на канале Технобар Плюс с применением VPN-сервиса. А мы начинаем. Смысл игры в том, что стирать здесь вот это поле вытираем, и здесь сразу у нас будет выигрыш есть какой-то, либо же нет, либо же без выигрыша. Вот как-то так, давайте будем начинать. Купил 3 билетика, и я уже вижу, что первый билетик сразу идет у нас с выигрышем. Это 30 рублей, друзья. Билетик сам себя окупил, и это довольно-таки неплохо. Надеюсь, когда-то в эту лотерею можно выиграть 3 миллиона будет. Второй билетик тоже у нас 30 рублей, сам себя окупил. Это уже неплохо, друзья, видите, да? То есть 2 из 3 уже сами себя окупили. Хотелось бы какой-то покрупнее приз, друзья. Хотя, возможно, сейчас будет и без выигрыша. Как-то так пробую. Это, насколько я понял, друзья, это свежая лотерея. Была лотерея лимон, а здесь уже 3 лимона, как вы видите, поэтому это новинка все-таки. Ну а тут уже, друзья, без выигрыша у нас идет, к сожалению. Можно, как говорится, много хотеть, но немного получать. Поэтому бывает такое, но стремимся к лучшему, друзья. В любом случае, сегодня у нас выигрыш 60 рублей и в минусе мы на 30 рублей. Но это немного, поэтому, друзья, кто играет в моментальной лотереи, я не рекомендую брать крупные суммы. Как-то так, друзья. Подписываемся на канал Технобар Плюс, прожимаем лайк под данным видео, пишем, какие лотереи еще стоит сыграть, друзья. Обязательно прислушиваюсь к вашему мнению. Если найду эти лотереи у себя в городе, естественно, я их приобрету и сыграю. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.